13 сентября губкинцам предстоит избрать новый 6-й состав городской думы. Как и предыдущий, он будет состоять из 15 депутатов. В настоящий момент продолжается один из важных этапов предвыборной кампании – выдвижение кандидатов. Порядка 30 кандидатов в общем, если по уведомлениям от политических партий и по звонкам, которые поступают в избирательную комиссию, мы ждем в нашей избирательной комиссии до конца недели. На сегодня уведомления уже подали 18 человек, из них 3 в порядке самовыдвижения и 1 от КПРФ. Депутат – должностное лицо, представляющее интересы граждан в законодательных и представительных органах власти. Стать им не просто, ведь сначала нужно заслужить доверие избирателей. У меня все новое, интересно. Интересно познавать, не стоять на месте. Ну и здесь двойное направление моих усилий. Возможность помогать городу, горожанам именно своими знаниями. Именно своими контактными связями. Выдвижение для политических партий и самовыдвиженцев завершится 17 июля. Затем начнется второй этап – подача документов на регистрацию выдвинутыми кандидатами. Она продлится до конца июля. Как только зарегистрируем кандидата, кандидат получит удостоверение установленного образца о том, что он является зарегистрированным кандидатом. И в течение 10 дней после 31 июля у нас еще есть время на то, чтобы принять решение о последнем кандидате, вот если он 31 июля подаст, на вопрос о регистрации данного кандидата. Планируется, что окончательный список всех зарегистрированных кандидатов станет известен к 10 августа. Выборы депутатов 6-го созыва состоятся 13 сентября. Елена Канина, Данила Индюков, новости Губкинского.